На механико-технологическом факультете День машиностроителя всегда отмечается как профессиональный праздник. Автомобили, бытовая техника, подводные лодки и даже космические корабли – все это создано руками инженеров. Продукты их деятельности являются неотъемлемой частью нашей жизни. Надо сказать, что машиностроение – это очень широкое понятие, потому что все, что изготавливается в штуках – это машиностроение. Развитие машиностроения в стране зависит от успешности этой страны. День машиностроителя на механико-технологическом факультете отмечается с 2006 года. Каждый раз организаторы стараются сделать праздник особенным. В этом году студентов порадовали выступления танцевального ансамбля и вокалистов, а также конкурсы. Например, студентам нужно было смастерить 3D-модель вала из пластилина. Самыми рукастыми и головастыми оказались ребята из группы МТ-115. Было очень весело. Но конкурсы были несложные для меня лично, что я посттехникум поступил, то есть я знаю уже все детали машин, изучил. Машиностроитель, как и любой инженер, очень востребован на современном рынке труда. Это ядро индустрии, именно в нем сосредоточен весь интеллектуальный потенциал. Люди этой профессии необходимы нашему столь быстро развивающемуся обществу. Сердечно поздравляем всех тех, кто связан с областью машиностроения. Те, кто пишет программы для машиностроительной области, те, кто работает инженерами-конструкторами, инженерами-технологами, те, кто руководит, те, кто готовит будущих инженеров-конструкторов, инженеров-технологов. Будущее за машиностроением.